Единственный россиянин, победивший в абсолютном бойцовском чемпионате, который проходил в Соединенных Штатах Америки, приехал в Казань. Олег Токтаров также является и российско-американским актером. Во время своего визита он устроил мастер-класс для тех, кто интересуется и занимается боевыми искусствами. Новые приемы и интересные факты из биографии бойца узнала Софья Орлова. Достаешь до головы. В принципе, уже проблем с этим будет меньше. Мастер-класс от голливудского актера Олега Токтарова прошел в минувшие выходные в Казани. В одном из тренажерных залов он на собственном примере показывал, как правильно выполнять некоторые приемы борьбы и как сделать упражнения эффективными. А заодно делился историями из жизни. Что я делал, я днем качался, притом максимальными весами. А потом уже делал вечером технику, боролся. То есть у меня уставшие мышцы, они как бы преобразовывались на ковре. И эти мышцы у меня научились включаться на 100%. Новый импульс, новый заряд эмоций, в первую очередь, для того, чтобы достигать новых и новых результатов, в первую очередь. Также хочу сказать то, что обладая таким опытом, такими знаниями, как Олег Николаевич Токтаров, можно бесконечно просто делиться. Камерная обстановка и небольшое количество зрителей позволило бойцу ответить на все вопросы после завершения мастер-класса. Софья Орлова, Андрей Ключников, «Столица».